Двое у вышки. Убил на вышке. Сабеха еще есть. Надо идти туда кидать. Убил. Убил? Нет, нет, нет. Убил. Спонсор выпуска — канал Хардкилла. Любителям Arma 3, DZ, Таркова и в целом шутеров и хорошего геймплея рекомендую к ознакомлению. Ссылка будет в описании под видео. Одного убил, второй зашел в депо. Подпушь его через главное. У меня сидит с моей стороны. На бункерах. Ой, на тунгусках. Е2 бункер, ближний к военному. Уходит к военному. ЧВК. Я понял, понял. Я готов. Залег он там. Да в смысле не попадаю я по тебе? Что за бред? Игра. Ключа проволоку все съедает опять. Он сейчас на военный склад, походу, зайдет. О, убил одного. Да неужели, блин? Да, двое. Один в проломе на военные склады. Хорошие там такие. В вайрфреймах там все дела. Что такое? В коне? Да. Убил одного. Он был. Там есть хлопа, нужно второй этаж. Понял, понял. Бегу. В какой комнате? Дальняя, по-моему. Я не понимаю. Ты подходишь? Да. Хожу в комнату, гранатовод. Здесь чисто, значит дальше. Убил меня. Где был? Комната сразу, следующая от твоей гранаты. Она закрыта мешками, он мне сейчас залутает укрой. Не залутает, я смотрю. Еще на третьем есть. Третьем убил, кажется. Там голый бомж. Какой бомж? Фул. У меня бомж. Был. То есть фул чел у меня. Теперь точно убил. Смотри, у меня была и фулл арма. Я понимаю. Алло. Самое
Обычная СКС, только магазин на 30 патронов. Не-не, я понял, а у второго что? Второго дробовик. А, может, из дробовика прилетело. Да ладно. Лежат курябчики. Если вам нравятся подобные видео, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые. А этот не пролутанный. Разве что? Почему? Интересно. На выходе. Угу. Походу сначала я стрельнул в пати фулок, убил одного типа, они пошли, ну, со своих складов на коней, а в конях они услышали тех типов, начали пытаться, ну, типа их штурмовать, и тут как раз мы подошли. В итоге ты что штурмовал типов, которые сидели в конях, я стрелялся с фулками, которые пошли их рашить, думали, что это мы, в итоге все погибли. На пристрое спускается фулк, идет в миничку. Синяя сумка, белая каска. Ты где? Ага. Чуть бот не убил. Дички ходят. Я хилюсь. Двое. Так, так, так. Что тут у нас? Опа-на. Не стреляем. Либо в подвале, либо на крыше. В окне все враги. Убивай. Этаж какой, скажи мне? Второй? Второй этаж. Правая часть. И оно мне прокинул, я ему прокинул. Ты не убил, да, его? Нет. Не знаю, даже попал, не попал. Он хилится там. Тихо-тихо-тихо, по мне работаешь! Понял. Ты не сказал, что на второй этаж зашел, второй. Ну я же пушаю тут. Дас! Один мертвый. Второй справа. Ближе к коням один, понял? Я его не увижу. Подавляю его. Готов. Нормально подавил. Он сам вышел на мультифайр. Сам виноват. А двое где заходят с улицы? Этаж. А, точнее, сторона. От тетриса. Слышу. Вижу лазер. Возможно, убил одного. Нет. Не уверен. Убил. Одного, двоих. Одного. Мое было. Да. Понял. Я на крыше. Я пристрою первый этаж. Да.
Пусть ты слышишь что-то. Я. Yes. Ты прыгаешь? Да-да-да, я в пристрой, первый этаж. Но он где-то... не знаю. Он прыгал последний раз со стороны коней. Ты железо. Да-да-да. Вот он сидит, блин, у меня. Первый этаж. Первый этаж, прям центр. Убил. Yes. Вот это ты сначала. Да. Юсек. Лутает. Убил. Да, там боты, они в этих белых штанах ОМОНовских. Ты чувакашника прибрал? Да-да, Юсека. С пистолетом там, с чем-то таким он. Вон он, блядь! Ебашь! А куда они пикают, в какую сторону? Ох, нихера, мне летит эфочка. Я убежал. Четко летит эфка, конечно. Я сейчас могу просто в левого коня зайти и тебя подстраховать. Если ты не попадешь. Ты по ним. Хорошо, убил? Да, он бежал. Куда тебе летела эфочка? Да боты на складах стоят. Не, все понял, еще. Склада, да, в центральном. Так, эти типы были, значит, на крыше, говоришь. Один на крыше, один внизу. Внизу, может, бот стоял. Ага, с военных складов забегает в коня в того. Угу. Вот и подружка видит. Опа, еще один. И еще один. Я у тебя. На третьем этаже стоит чел, походу встречает их, что ли. Один минус. Какой? На третьем этаже в конях. На лестнице. У тебя ответка? Нет. Глушок работает. Да, слышу. Там хорошие. Фастемщика убил. Я понял. Там и встречает, видимо, сидит такой же. Насовал еще одному. По щелку стреляешь? Нет, прям в окно. Да пошел ты, бля, бот. Черт, нихер, бля. Не выспался. Бежал. Так, ФК, ФК, РГД. Аккуратно, там ботяра. Да я... Пробую закинуть здесь. Оп! Оп, моя не зашла. Иди нахер.
О, зашла. На первом. Ты был сбоку, возле военного. Убил одного. У военного ты был? Да, я убил его. Поднимается вверх один. На лестницу. Не ты, да, на лестнице? Нет, убивай, я на улице. Он ушел только что на лестницу. Я у торца тут хожу. Ага. Дан... Но он забежал там по этажам выше. Крену на второй прокину, если тут кто-то там пасет нас. Ты убил кого-то, кстати. Я знаю, я же на третьем убивал. Из того коня. Ты прыгаешь, да? Да. Мой. Ты на первом? Да. Второй прочищен этаж. Да, стопудово. Так, сейчас не мешайся, сейчас я попробую. Хая пошла. Мне не дошла. Пробую на третий этаж покинуть. Ага, контролер стоит. Помочь? Не-не-не. Кажется, его друг убил с крыши. Придурок. У меня еще не есть. Поднимайся ко мне. Вон на крыше стоит. Прямо на крыше. На самом высокой или нет? Не знаю. Он где-то спрыгнул. Или запрыгнул. Где запрыгнул? Короче, проверяю самую крышу. Если там нет, значит он на втором этаже. Да, он на втором этаже. Хаишек нету, туда прокинуть ему. Трупов посмотри, я контролю его. Нету нихера. Так, ладно, чем стреляешь? Хорошие патроны. Прыгает кто? Он убежал на военные, да. Здесь вижу его. Ранил его, он ушел за здание с люком. За здание с люком? Да, можно пойти поджечь его быстро, иначе сейчас упустим его совсем. Заправка, Мэтт. За заправку ушел, справа от нее. Понятно. У меня тоже так зависло сейчас. В сервера бежит. Что не дохнешь ты, господи? Где он? На углу серверов справа. На дальнем углу. Сдох он тут наконец-то. Убил ты его? Да. Бегун, блин, 42-й. С тепловизором все дела, понятно. Жесть, вот просто просидеть, обосраться и убежать. Да. Шаплуз застоит, даже вах.
Надо тебя в куртку хотеть собирать, иначе. Сейчас пойдем. Кто-то внутри, кажется. Ладно, пойдем. Налево убегает. Подсаженный очень сильно. Разбежал, он же тут убил своего друга, бля. Он стрелял по мне, я быстро, типа, убежал назад, спустился. Его друг начал меня пушить, и тут его просто пристрелился с ВДшки. Идеальный тиммейт, а потом просто пытался сбежать. Ой, блин. Там же тепловизор. Шо? Капец, конечно. Я вышел. Есть, есть. Где? Минус. Бежал от этого стоянки. Топорист с сумкой. Ты где там? Возле КПП. Лутаю, типа, тут. Бегаешь, да? Да. Двое у вышки! Убил на вышке? Забеха еще есть. Упал. Да. Надо зайти туда не терять. Убил. Еще есть. Данейт не под... Я гранату дал. Еще должен. Да, слева. Слева от насыпи. Убил? Нет. Убил. Хорошо. Так, вы в кустах мертвый? Мертвый. Да, я загрелся направо, блин, я не знал, что слева. Так, тут мой. Все, скорее всего, твои. Твой. Хитрит у него КМ. Видел, да? Да. С окогом там сидела такой. А это твой, что ли, чел, да? Нет, это твой, я просто эти. Поиск скачал. Я стиралку скинул. Если хочешь. На этим второго города. Да. Просто ты ж поиск скачаешь, когда и предметы себе переносишь что-то. Так, погоди, я тут убэхи вроде еще одного убивал. А, да, вот же он убэхи еще. Да. Еще один. Где он тут? Вдоль БМП прям. Арамид у него есть. Там какая ткань нужна была? Рипстоп. Как? Рипстоп. Сейфы. Сколько у тебя вес? 49,2. Чик, допустим, карманы, разгрузку. Там уже карманы все обыскались, ты уже раз там в сумку полез. Типа он в ту сторону кто-то побежал. Понял. О, шар! Давай. Да, помогите! Там двое. Ты работаешь? Да, по-моему, убил на АГС-е мудака. Учти, что у тебя кто-то может быть. Я понимаю. В ту сторону там уже бежал. Если он там живой. Живой. Прям на камне сверху. Нет пока.
гранату мне прокинул, тварь. Умер. Хорош. Ой, хороший снайперок такой. С ремингтоном. Может, он твоего уже собрал просто? Хз? Да, мой голый. 60. Херась. Где? У палаток. Опа-на. Ты что за херня, блин? Давай догонять их тогда. Они сейчас врубят, наверное, на выход побегут. Да, вижу их. Реально бегут на выход. Блин, М80-й, говно патрон. Двоих согнал влево, туда, где поезд приезжает. Один на выходе должен быть. А, походу одного срезал. Ты сам, так как двое. Я украс на этой кирпичке. Бля, по мне сзади. С коня, с коня все еще. Сорян. Ты? Не, это я, походу, да. Я не понял сразу, где ты, сорян. Они там, где поезд приезжают, на перроне, вот тут, на открытом воздухе. Вот там ноги у них ходят, ну. Дай туда гранату. Один пытался зайти в этот. Второго тоже лови, сейчас будет заходить там, походу. Он за... бежит. За БРДМом, за БРДМом. Убил? Убил второго. Право. Хай туда ушла. За бардаком убил? Да. Я правого убил, который был. Понял, я живот ремонтирую. Металл ты, да? Не знаю, я подбегаю к выходу. Это металл был, брат. Кто-то ползает как будто. Справа кто-то шоркается вроде. Замри. Не знаю, не слышу. Ползает? Как будто ползает, да. Или шоркается в подвале. Я не знаю. Ой! Твою мать! Да-да-да, это плохие. Плохие боты. Ушел. Вот кто шоркался, Макити. Так, я тогда пока кнопки и патроны закину в магазина. Двоих я убил. Один минус. Какой? Ко мне заходил один над входом, по кустам шарится. Твою мать! Меня... Ага! Вон он, сука! Да вот он! Над входом все еще есть. Умер. В депо еще где-то орет. Там слева депо был. Слева отдель от рук. Еще минус один. Угу. Так, чувака надо посмотреть. Тоже в сликах. Ты орешь тут. Не по тебе? Это в районе граната. Кто-то в серверах есть. Бляха. А, это. Шар? Шар.
слышит меня. Я пока вроде спрят. Но ненадолго. А подавишь? Чё? Нет? Это чел в упор, давай попробую. Да, он на платформе был. Я понимаю. Убил его. Спасибо. Ну не знаю, он не он. Нет, не он. Я ухожу, короче. Да. Он на камнях стоит. Убил. Ну это был с болтовкой. А, еще есть на платформе мэт. Так, у АГС один. Нахерачил ему туда. И один на платформе все еще. Платформа минус еще. Остался у АГС. Пачка сидит, что ли? Судя по всему. Сейчас ошибку совершит, выйдет еще раз. Бля, нет, я завис. А, игра. Тебя увидел, да? Да увидел. Стрельнул, и у меня тупо вот опять фриз бесконечный, пока я не умер. Понравилось видео? Подписывайся на канал и вступай в нашу группу ВКонтакте, чтобы не пропустить новые видео или стримы.